Работая с томатами, обрывая пасынки и как бы приводя порядок в кусты, у нас руки желают лучшего. В перчатках я не умею работать, потому что я люблю ощущать живьем именно растения, вот, которое мне дает урожай, плоды. И я люблю, конечно, работать руками. И, естественно, руки потом вот становятся черные, неотмываемые. Вот никогда не спешите мыть руки после томатов. Сколько бы мы ни мыли, вот после томатов руки никогда не отмоем. Если у вас на даче нет вот такой лимонной кислоты, можно на огороде взять и другие средства по уходу за руками. Тот же самый щавель, который у меня растет возле бочки. Берем вот несколько листиков и натираем его. Не хуже отмывает вот такой ревень. Берем в разгар лета, это, конечно, берем, трем, получаем и питание хорошее для рук очень, потому что здесь пектин находится в этой вот смородине, видите, и все отмывается прекрасно. Берем таблеточку аспирина, немножко водички, одну таблеточку аспирина. Смотрите, как хорошо отмываются руки и кутикулы, очень даже хорошо. Обычно таблетка делает чудеса. Это суперфосфат гранулированный с микроэлементами. Смочите немножко руки, насыпьте вот немножечко вот этого гранулированного суперфосфата и потрите. Хорошенько потрите. Да-да, это уже проверено не один раз. Вот. И сразу же смотрите, как отмывает хорошо руки. Вот он. Хорошенечко потерли, смыли водой и смазали кремом. Красота. Видите, сразу отбеливаются руки. Вот они. Вот берем брусочек и ноготками своими вот так вот царапаем мыло, чтобы под ноготками у нас было это мыло. И идем в огород работать. Берем, смачиваем руки и обволакиваем мылом нашу всю руку. Вот так. Ту грязь этой же самой водой. Потрясающий эффект. Но после мыла руки становятся. Берете обычную уже использованную зубную щетку, любую пасту зубную, наносите пасту и обрабатываете свои вот так вот. И возле кутикул хорошенько можете обработать вот ноготочки вот эти вот. Спокойно нанесли пасту вот эту вот и пошли работать в огороды без проблем. И вашим буквально ноготочкам и также и пальцем рук ничего не грозит. Также спокойно наносите зубную пасту и подногтевую вот половинку и идете спокойно работать. Берем крем, у меня вот такой вот крем для рук есть на даче. Слегка так смазываем свои ручки. Вот. И у меня есть вот такие вот перчатки. Вот. Я вам покажу. Специальные перчатки, пропитанные таким гелем внутри. Вот сейчас я покажу, выверну. Вот смотрите, какой гель. Такой приятные, приятные такие. И одеваю эти перчаточки. Ну, одела. Видите, как очень приятно, приятно. Теперь буду надевать вторую. Одеваю вторую перчаточку. Натягиваю. Гелевые очень приятные такие. Вот все. Вот я одела свои ручки. Сажусь на качели и держу их буквально полчаса. Отдыхаю от работы и
свои сохраняю ручки. У кого есть такая возможность приобрести такие вот рукавички, приобретайте. Очень даже приятные. Внутри гель, как я вам сказала. Вот она, такая прослоечка приятная. И ручки ваши будут как у младенца.